и талантливый актер начинает приглашать на сцену гостей. Я приглашаю человека сложной судьбы, опасной профессии. Укротителя экзотических животных. Алексей Зиберт! Сказать, что все театрализованное представление сопровождается захватывающими трюками, которые исполняют ведущие каскадеры Линфильма. Когда вы стали работать вместе со змеями, и какие породы змей у вас в шоу принимают участие? Сейчас в шоу у нас принимают участие только питоны. Тигровый питон, вот трилособи у нас. А через два дня мы будем работать еще довольно редкую породу альбинос. Альбинос, питон альбинос. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, как долго дрессировка длилась? И как вы думаете, вот он вас помнит как хозяина, чувствует только вас? Вот как это происходит? Я думаю, тут должны быть взаимные чувства, но больше моих чувств. Я должен его чувствовать и понять, что он хочет в этот момент, что он хочет потом. Можно немножко об этом? Welcome to Magician. For more than 16 years, Alex has been performing magic. To warm up the crowd, he does a few simple tricks while getting the audience involved. Then a quick change of costume, and he's back with his amazing fire act, blowing flames and eating fire. Next, he's playing with large snakes. It's not over yet. He then breaks a bottle and walks on the glass. Это глянец! Я нож кинул! Браво! Спасибо! Это был Алексей Зиберт! Magic people, all the people!